Дружеские соревнования между одинцовскими ресторанами и кафе стали уже доброй традицией. Вот и на этот раз ведущие заведения общепита встретились, чтобы помериться силами в конкурсе и продемонстрировать свои лучшие кулинарные творения. Кстати, в 2017 году нашему городу исполнится 60 лет, поэтому тематика конкурса была выбрана соответствующая. Для города Одинцово это юбилейный год, и тема кулинарного поединка это будет с днем рождения. Это праздник детский, и поэтому мы приобщаем детей к таким профессиям, понимание такой профессии, как шеф-повар, повар и кулинар. В этом году участниками стали 6 команд, среди которых «Корчма Тарас Бульба», «Ян Примус», «Китчен», «Березка». Для ресторанов и кафе кулинарный поединок – это отличная возможность показать свою уникальность и продемонстрировать мастерство сотрудников. Здесь царит не только праздничная, но и вкусная атмосфера. Хочется попробовать буквально все. Сегодня сражается 6 ресторанов нашего города в кулинарном поединке. Ну а помощниками выступают дети. Да, я очень люблю готовить, особенно салатики. А еще что умеешь готовить? Я очень люблю делать пирожки, тортики разные делать. Ну я, в общем, я больше всего люблю делать закусочки. Организаторы уверены, что такие поединки помогают детям проявить кулинарные навыки и раскрыть свои творческие способности в приготовлении пищи. К тому же, это еще и очень увлекательный процесс. Это очень полезный конкурс, потому что дети должны понимать, что еда достается не просто так, что она приходит, что ее нужно приготовить, что она не растет на деревьях, а где-то не покупается просто в магазине, а то, что это большое искусство и большая работа. Каждой команде в составе 5 человек во главе с шеф-поваром необходимо было пройти непростые этапы. Креативно поприветствовать жюри и гостей, преодолеть кулинарные эстафеты, презентовать свой стол и, конечно, приготовить праздничный торт. Участники признаются, что подготовка была нелегкой. Готовились мы долго, с большим трудом, было много репетиций, искали поддержку, выбирали самых лучших детей. Это, все дети – это наши гости нашего ресторана. По итогам конкурса первое место заняло семейное кафе «Китчен». Серебро получила «Корчма Тарас Бульба». Бронза досталась заведению под названием «Торт». Лучшим тортом признали сладкое изделие кондитерской «Золотой улей». Десерты, закуски – это все импровизация. Основной, главной составляющей сегодняшнего праздника у нас – это наш морковный торт. Очень вкусный, и, соответственно, мы использовали в качестве оформления на торт главный символ города Одинцово. Кулинарный праздник удался. Все участники получили памятные подарки и дипломы. Ну а юные кулинары – море впечатлений и новый опыт. Возможно, в будущем они станут шеф-поварами или кондитерами. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».